На конкурс дети читают стихи. Трунина Марина, 16 лет. Номинация «Стихи собственного сочинения». Если очень верить в чудеса, то они случаются на свете. Ветер, надувая паруса, унесет нас в сказку на рассвете. Раздувая килем облака, унесет мечта в такие дали, где слова неспетые пока, воплотившись, лучшей песней стали. В этой песне крики белых птиц и шального ливня эскапады, в этой песне взмах твоих ресниц и тревожный шорох листопада, пополам феерия и грусть, тише вздоха и сильнее плача. Песню мы запомним наизусть и подарим всем, и не иначе. Когда настанет полночь на часах, в парусах фрегата стихнет вечер, мы поверим снам и чудесам и вернемся мудрые, как дети.